Безусловный хит этого водоема — приманочка Matoma Noise. 10-сантиметровый виброхвостик прогонистой формы с серебристым телом. Вот, хвостик тоже аккуратный, хотя работа хвоста достаточно сильная. В данном случае на грузике в 50 граммов, тяжелый джиг, большие глубины и неплохие результаты, как обычно, как всегда. Шуршащий Тимофей нам аккомпанирует, выбирает, на что же мы поймать очередного судака. Ну и что ты выбрал в итоге, покажи нам. Я еще ничего не выбрал, после вас сниму приманочку. Тимофей на перепутье. Данная Петром. Ты, зараза. Верно, да? Ага. Либо тот же, либо не знаю. Включи. Так, начнем с правильной фразы. Без правильных фраз. Правильная фраза одна. Matoma рулит. Впрочем, я это хотел сказать. На полусловие обрубили. Обрубишь тебя на полусловие. Я следующий заброс туда. Подожди. Давай. Красавец. Чтобы никто не видел. Matoma Noise. Matoma Noise. Рулит. На. А. Красавчик. Я думаю, отпустить нас, Сергей Евгеньевич. Отпустим, конечно. Конечно. Держи. Вот, видите, товарищи. И самое главное, что это то, что я хотел еще месяц назад на Москварике проделать. Активная ловля фалькатой. 902 MH, вот видите, да, это которая до 38 грамм, самая джиговая, самая тестовая фальката, до 38 грамм с грузом, обратите внимание, 50 граммов, активная ловля, динамичные забросы, резвые подсечки, офигенные поклевки и результат налицо. Да, сказал Тимофей. И сейчас он поймает очередного судака. Сегодня весь день у нас так тяжело складывался. Мы знали, что рыба здесь есть. Давали точки отдыхать. Регулярно наведывались. И к вечеру заклевало. Вот десяточек. Это еще самый маленький, наверное. Из всех. Сергей Евгеньевич, ты сказал, что отпустишь. Я сказал, что отпущу. А. Знаешь, все же... Вопрос, куда? Цезарь дал слово. Цезарь взял. А слово Цезаря — закон. Серега, два раза подряд. Ну что, Тимофей, поклевывает? Да.